у Патагонии. Вот, сейчас находимся в Пунта-Аренас. Сегодня интересные погодные условия. Ветер хреначит, деревья гнет, всякое такое. Дождик горизонтальный тягачит. Да, горизонтальный дождик, чайки задом наперед летающие, всякое такое. А еще здесь удобно петь песни. Очередные приключения. Будем хавать тресни. Прикольно. Много водянистые. Блин, кукурузу напоминает. Я уже тестирую, но сейчас покажу анбоксинг вот такой штуки. Есть нужно только вот эту белую часть. Она на косточке. Сладенькая и влажненькая. Прям кайф. То, что нужно в жарких лесах. Выглядит как киви, но это вроде, точнее не вроде, это кактус, короче, внутренность кактуса. Кисленько. Что я могу сказать? Я устал, я ухожу. До свидания. Ладно, куда я денусь подводной лодки? Планы на завтра. В 5 утра будем поднимать якорь. Цель отойти, как только будет хоть что-то видно, потому что завтра нужно очень много пройти. Но, как я говорил до этого, мы планируем где-то между обедом и ужином уже прийти на замечательный островок имени Карлоса III и там встать на защищенную стоянку, потому что где-то в это время начнется адский ветер, будет задувать. Вот, а мы, надеюсь, в это время будем уже стоять в бухточке и любоваться местными пингвинами. Так, ну что, мы добрались в наши номера. Называется местечко Эден. Номера не совсем соответствуют Эдену, но все, что вокруг, просто бомбезно. Супер секси. Тут есть приятная штука и особенность, которую мы сейчас будем тестировать. Называется она басик. Найс. Так, ну что, ползем по курумнику к нашему первому ледничку. Вон оттуда мы приползли. Туда вот, у моря, у берега, у пляжа, к нас спрашивали, вон Женя Николаев идет. А это наш ледничок. The first one from the top.